Друзья, всем привет! С вами Максим Клобуков, журналист информационного портала «Прогород43.ру». Владимир Путин объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. И мы решили выйти на улицу и спросить кировчан, чем же они будут заниматься во время нерабочих дней. Подробности в сюжете. Поехали! Все понемножку? Спасибо. Я педагог, поэтому я буду на каникулах. Не высаживаю, поэтому учиться. Хорошо. Сделаю вакцинацию и буду без всяких проблем гулять везде, где хочется. Теперь дома и самоизолироваться. А фильмы смотреть или что делать? Да, сидеть смотреть фильмы и сериалы. Какой любимый сериал у вас? Не знаю, «Викинги». Работать? Спасибо. Отдыхать? Работать? Да. Нет времени вообще на отдых. Конечно. Отдыхать? Работать? Отдыхать? Мы отдыхать. Не знаю, нам еще не сказали. Я тут работаю. Даже не знаю. Не думали еще пока об этом? Пока еще не думала. Работать? Ты? Работать? А чем во время нерабочих дней будете заниматься вы, пишите в комментариях. С вами был Максим Клобуков, журналист информационного портала «Прогород43.ру». Всем пока!